толпой курантов над главной площадью страны летит клятва пионера. Сегодня ряды тех, кто всегда готов, пополнили еще 5000 человек. Быть пионером означает помогать своей области, помогать России бескорыстно. Ну, значит, то, что я должен всем помогать и всегда быть первым во всем. Я хочу, чтобы я всегда делал добрые дела, чтобы людям было приятно всегда. Это школьники начальных и средних классов. Свой выбор они сделали сознательно. На Красную площадь приехали из разных уголков страны. Были и москвичи, но больше всего детей из подмосковных школ. Мы где-то раньше других поняли, что школьникам нужны элементы самоорганизации, самодеятельной организации. И с 99 года мы эту работу активно проводим. Вот уже 17-й год на Красной площади. А принимать присягу пионеров и повязывать почетный галстук, частицу красного знамени пришли депутаты Госдумы и, конечно же, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Любить свою страну, знать ее историю, почитать старшие поколения, пропагандировать нашу великую победу, оказывать помощь младшим, прекрасно учиться и трудиться. Ребенок формируется в труде и преодолениях, а для него главный труд – это хорошая учеба и достойные поведения. Красный галстук – это, конечно, не аттестат зрелости, но вступив в ряды пионеров, каждый стал немножечко взрослее, ведь теперь ответственности добавилось. Поэтому и напутствия звучат уже не по-детски серьезные. Ваша взрослость, ваша клятва очень нужна сегодня нашей Родине. Сегодня времена непростые, и вопросы индустриализации, они будут, безусловно, на ваших плечах. Ваши извилины нужны сегодня стране, поэтому учитесь хорошо. После торжественной части награждения пионеры почтили память Ленина в мавзолее, а потом отправились на экскурсии по Москве. Иван Жушман, Алексей Шеляков и Николай Прокопенко, КПРФ ТВ.